гипотеза не истина и не ложь. Получив подтверждение гипотезы, становится научной истиной. Время разрушает все. Гибнут цивилизации, исчезают народы. Как пройти сквозь время? Как сохранить культуру народа и не раствориться в веках? Традиция есть способ победы над временем. Сегодня мы расскажем вам о прекрасном традиционном танце, свадебном танце шалахо. Принято считать, что шалахо – танец народов Кавказа. И это истинная правда. Шалахо танцуют народы Армении, Грузии. А с 20 века танец получил распространение в республиках Южная Осетия, Северная Осетия, Алания. И в некоторых городах Дагестана, среди греков и езидов, танец может исполняться одним или более танцором, независимо от пола, а также массово свободной кавказской манере. Широко распространена версия, когда двое мужчин соревнуются в танце за внимание женщины или девушки. Быстрая музыка танца отражена в энергичных движениях мужчины, а движения женщины – мягкие и лиричные. А вот название танца – армянское. С языческих времен и по сей день армянский народ боготворит абрикосовое дерево. Оно является одним из символов Армении. Наши предки плод спелого абрикоса называли шалах-циран, что в переводе означает «спелый абрикос». Из ствола абрикосового дерева изготавливается дудук – национальное достояние Армении. Наш абрикос – это райское яблоко. Наш абрикос – это мед и нектар. Звуки дудука – все наш абрикос. С древних времен повзрослевшая девочка в армянском народе сравнивают со спелым абрикосом и называют шалах. Это слово и сейчас используют в некоторых диалектах армянского языка. Есть и мужская часть этого танца. В доме, где росли мальчики, обязательно атрибутом на стене был череп овна, символ мужественности и благородства мужчины, главы семейства. Овен в переводе на армянский – хой. В языческие времена армянский народ поклонялся созвездию овна – хой. После обретения христианства в 301 году танец шалахо стал обрядовым свадебным танцем, где невеста шалах, воплощение красоты, нежности и женственности, соединяется с благородством и силой мужчины хой, утверждая шалахо армянским танцем.